Мне кажется, для нашего чердака самофилил что-нибудь прикупить в секонде. Прикольный, кстати, стол. Я бы, ну, бы такой подошел. Ничего, такой стульчик. Цены нету. Бесценный. Такая лампа. Бра, вернее. Это в нашем стиле тоже. Тоже нет цены. Что за беспредел? Возможно, мне нужна коробочка для ниток и иголок, потому что сейчас та, которая есть, она прям большая. Щетка и совочек. Наш старый дом, мне кажется, прекрасно бы подошло по дизайну, но в новый, наверное, нет. Вам вообще верится, что это секонд-хенд? Смотрите, как все круто. Так красиво. Такое все подбирают, украшают. Возила сейчас всех, кто хотел, просился в секонд, где что-то там себе покупал. Я вообще смотрела больше всякое для дома, для чердака, но в итоге купила Андрею спортивных всяких футболок с длинным рукавом, с коротким рукавом. Сейчас все постираем. Все такое яркое, красивое, спортивная одежда, да, вообще такая. Крутись. И затопчи. Так, давай следующее. Если официально оформить отношения с этой кофточкой, но она как бы явно... Она будет лежать на моей полке и будет считаться, что она моя. Ты что на месте? Ну, по ощущениям, вот она плотнее сидит, чем та. Хорошая. Мне нравится. Наконец-то по размеру. Мне надо погуглить, где ближайший клуб для пола. Запишусь на следующий выходной. Хорошо. Знаешь, что она светится в кадре? Скажи честно, ты думаешь, что тебе красный кальцинин? Ну это не красный, Андрей, это такой розово-оранжевый. Это потому что у меня роза красная. Да, нет. Ну в смысле нет, тебе правда хорошо стоит. Че, тебе помочь отрезать? Как модно в этом сезоне, знаешь, удаленные... Пытаюсь объяснить недавно ребенку, почему не надо ходить с рукавами, которые висят сильно ниже рук. Я вспомнил сочетание Тришкин кафтан. Который явно что-то обозначает, но я забыл, что. Ну, это... Ну, вообще норм. Мне кажется, она скорее Гордею. По... Да. Ну, да. Но она и широка немножко, и длина немножко. Но в целом норм. В смысле, я себе заберу. Если регланом, то плечо. В смысле, срез. Не так важно, где. Она меня не полнит? Нет. Дорогие подписчики, если я нахожусь в добровольном плену заблуждений, пожалуйста, поставьте какой-нибудь смайлик в комментах.
Вообще обычный гардероб у нас такой очень серенький. А вот этот спортивный, конечно, вырви глаз. Да, вот так выглядит 2 часа прокрастинации. Остатки. Угу. Одной детальки. Все. Так, теперь ножки. Есть несколько идей, да, использовать этот шкаф. Отгородить вот тут, чтобы вот этот вот весь трэш, который там в Андрея хранится, не видеть. Либо отгородить Эвана и сделать ему такую микрокомнату. Я хочу отметить, что вещи, которые дороги твоему любимому мужу, нельзя раздавать все вместе, как всякий трэш. Конечно, нет, любимый. Ты понимаешь, что ты попал по свежеокрашенной стене? Нет, я попал по... По неокрашенной стене? Да. Тем более. Ладно. Знаешь, кажется, он зайдет. А? Кажется, он зайдет. Где? Я всегда очень... Какого ответа ты ожидаешь? Там снизу очень... Там еще есть место, еще есть немножко места. Зашел, он уже зашел. Там надо будет поправить. Да. То есть там... Охренеть. То есть там будет мои... Эй! Так в смысле? Идеально? Да. То есть там... Он еще ближе к стене, потому что там начинается труба. Где начинается труба? Вот вместе здесь труба. А, понятно. Нет, слушай, мне кажется, и так прекрасно, да. Все? То есть вы хотите нам оставить дрожку сзади, чтобы... Хотим. Не, ну, вообще такого плана не было, Эван. Возможно, мы сюда... Мы поставим сюда милые, красивые, интересные вещи, которые мы купим в секонд-хенде и на барахолках, да? Нет,
Нет. Правда же? Правда? Конечно, любимый. Они созданы, чтобы... Чтобы быть вместе? Прекрасно. Твои вещи, Эван, я уже... Можешь зайти ко мне в спальню и посмотреть. Там такой белый ящик. Можешь в него заглянуть. А, там все мои вещи? Ну, не все, но... Некоторая часть. Загляни в него, посмотри, как там все лежит. Немножко рефлексии. Он, стеллаж, магическим образом туда поместился. Спасибо огромное Гордею, который собрал. Гордею в нашей семье человек, который, мне кажется, больше всего собрал мебели всякой. Кровать Эвана. Так, ладно. Вернемся к стеллажу. У меня какая-то такая мысль была, что вот мы его соберем, поставим, и внезапно стрёмный чердак станет красивым обжитым помещением. Но почему-то магии пока не произошло. Ждем дальше. Оно уже подсохло, да? Ну. Да, оно должно подсохнуть. Ну да, ну ладно. Прикручивайся, что делать. Не жить же с лампочкой, висящей поперек дома. Ну не все сразу, а постепенно. Сейчас вынесем немножко мусор отсюда. Лазучат сегодняшнее утро, потому что когда что-нибудь прикручиваешь на потолке, надо надевать очки. Да. А лучше маску. Сварочная. Шлем космонавта. Водичка у меня есть в запасе. Угу. У меня все есть в запасе, продукты, все есть. Отопление вчера чуть еще, конечно, немножко слабенькое. Вчера только включили. Второй раз, потому что не было же и отопления, угу. Воды, ничего. Ну, а газ был. Слава Богу. Кушать можно было приготовить, а водичка, у меня набрана, есть водичка, я же в запасе. Так, а что микроволновка не работает, если электричество? Это будет либо газ, либо электричество работать. Все нормально, все. Mm. Свет у нас сегодня, я прочитала по строчке, свет будут отключать ненадолго. Угу. Если уж действительно экстренное открыто, тогда, а так по часам там, ну и не вся Украина, а там дадут там 4-5-6 часов не будет, это ерунда. Угу, меня ерунда, все заряжено, конечно. Меня заряжен я эту. Андрей говорит, вот можете купить микроволновку или какую-нибудь плитку электрическую, чтобы в качестве резерва, что если, допустим, ну, газа нет, то ты бы на электричестве надо. Могла готовить. Газ пока никто не уходит. Ну, это пока... месяц назад, или сколько там, 2 месяца назад электричество все время было, а теперь нету. Ну, короче, мне газ кажется... Газ у нас все время ездит. Ну. Ничего не надо, не беспокойтесь, все нормально. Если... Что будет ненормально, я позвоню. Угу. Хорошо, да. Спасибо, да. Я вас увидела, вы меня зарядили энергией, смыслом жизни. А света не было смысла жизни. Тупо куда-то втянуть. Тьма на улице, тьма дома. Ничего страшного. Да, конечно. Так не и должно все, быть. Ты живешь, Дося. Украинцы, они же знаешь, какие. Знаю. Они все переживут. Все переживут, все будет у нас хорошо. Угу. Лишь бы не грохали. Зайчики вы мои родные, какие же вы молодцы. И как я вас всех люблю. Ой, как я вас. Мы вас тоже очень вы любим. Вы знали, что я буду всегда-всегда вас любить. Всегда. И мы вас будем любить. Ой, родные вы мои, картины вы мои. Хорошо, родные, спасибо. Все, я тут на кухне вожусь, ничего. Да. Все нормально. Да, нормально. Спать на кухне, да, в таком возрасте. В данный момент спасибо за все. Спасибо за все нашим хлопцам. И вам спасибо, вы знаете, за что. За помощь мне и за помощь
И за другую помощь я вам очень, доченька, за все я вам рада, что вы издалека за нас не забываете. Не только за меня. Я вам очень все, благодарна. Не плачь, пожалуйста. Я вам очень благодарна. Ты слышишь? Не плачь, пожалуйста, хорошо? Хорошо, я плачу от радости, наверное. Да, все равно, давай, чтоб там с давлением все нормально было. Что с вашей помощью я всем обеспечена, с вашей заботой. Всем обеспечена, что мне надо. Да. Жди только тишины. Да. Андрейка, ты чё, зайчик, я вас люблю. Давай. Мы вас тоже очень любим. Да. Давай, все в порядке, не переживай, отдыхай. Да. Давай. Привет, Оля, Катя. Хорошо. Все нормально, доченька. Давай, мой зайчик, давай. Доченька, до встречи. Да. До встречи. Пока. Всех целую, всех и всех люблю, всех. Давайте. Пока. Пока. Пока.